В школе номер 6 среди учеников прошел конкурс Владивостокского консульского округа «Китайский язык – это мост», организованный совместно Генеральным консульством КНР в городе Владивостоке и Институтом Конфуция ДУФУ. Нужно сказать, что изучение китайского языка на Дальнем Востоке исторически является одним из самых важных направлений для студентов и школьников. Посмотреть на 14 талантливых конкурсантов из разных городов Дальнего Востока приехала генконсул КНР в городе Владивостоке Пяо Янфань. В своем выступлении она призвала школьников усердно изучать китайский язык, чтобы в будущем участвовать в великом деле китайско-российского дружественного сотрудничества и стать проводниками обменов между цивилизациями. Конкурс прошел по двум номинациям – младшие школьники до 14 лет и старшие в возрасте 14-18 лет. Участникам нужно было выполнить два задания – устное выступление и творческое. Каждый из них подготовил номер, связанный с культурой Китая. На сцене прозвучали стихи и песни на китайском языке, были исполнены танцы и даже проведена чайная церемония. Анна Дьякова, новости на восьмом.